Всем привет, это канал Industrial Tool, канал об инструменте и про инструмент. Сегодня мы продолжаем говорить про новинки аксессуаров, и в этом ролике мы поговорим про новинки аксессуаров сентября. На самом деле, в сентябре появилось всего две новинки, и делать полноценный ролик ради этих двух новинок, в принципе, смысла нет. Но совершенно случайно я увидел в пресс-листе, что Makita выводит на наш рынок ручной инструмент. На складах этого инструмента пока нет, но в прайс-листе уже есть много позиций, и также указана рекомендованная розничная цена на них. Ну что ж, начнем. Сначала давайте пробежимся по первым двум новинкам. И первая новинка — это оснастка PDC-01 для работы с травокосилкой и триммером. PDC-01 — это, как вы знаете уже из прошлого ролика, такой рюкзак, в котором 4 аккумулятора, и предназначен он для работы с триммерами, там, с садовой техникой. И в прошлом ролике уже была похожая оснастка для триммера. И отличаются они тем, что предназначены для разных видов триммеров. Как вы знаете, есть триммеры, у которых ручка в виде велосипедного руля, и есть триммеры, у которых ручка небольшая посередине. Где ручка небольшая посередине, больше используют американцы для окантовки газонов. Ну а триммеры с ручкой, как велосипедный руль, больше используют в России. Как вы видите на картинке, эта оснастка крепится прямо к лямкам рюкзака, и на нее можно вешать триммер. И следующая новинка — это стол для торцовочной пилы. На фотографиях вы видите, как выглядит этот стол. Фишка этого стола в том, что опоры раскладываются на расстояние 3,8 метра. И вы можете пилить на торцовочной пиле очень длинные доски. Также этот стол оснащен колесиками для удобной транспортировки и очень компактно складывается. С новинками мы закончили, и теперь давайте поговорим о ручном инструменте. Что же появится на нашем рынке? На английском сайте я нашел брошюру-каталог с этими новинками и сравнил с нашим пресс-листом. И скажу вам сразу, не все новинки появятся у нас в России. Первая позиция — это набор плашек и метчиков 40 штук. Ориентировочная стоимость 12 100 рублей. Следующий идет комбинированный ключ 8 дюймов 200 мм с проходными головками в наборе. Ориентировочная стоимость 3645 рублей. Далее идет набор ключей комбинированных 8 штук. Размеры 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 и 19 мм. Ориентировочная стоимость 5675 рублей. Следующая позиция — набор ключей комбинированных 9 штук. Размеры 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 мм. Стоимость 3035 рублей. После идет набор разрезных гаечных ключей 5 штук. Размеры 9 на 11, 10 на 12, 13 на 14, 15 на 17 и 16 на 18 мм. Стоимость 1865 рублей. Дальше идет набор накидных ключей 5 штук. 8 на 9, 10 на 11, 12 на 13, 14 на 15 и 18 на 19 мм. Стоимость 2510 рублей. После гаечных ключей идут разводные ключи. Здесь идет сразу 4 ключа разных размеров. Это 6 дюймов 150 мм 975 рублей, 8 дюймов 200 мм 1260 рублей, 10 дюймов 250 мм 1620 рублей и 12 дюймов 300 мм 2090 рублей. После них идет разводной ключ с фиксатором 10 дюймов 250 мм. Стоимость 2810 рублей. После разводных ключей идут торцевые ключи. Сначала у нас идут наборы. Набор ключей и головок 34 предмета 1/4 дюйма. 3945 рублей. Набор ключей и головок 23 предмета 3,8 дюйма. 4670 рублей. Набор ключей и головок 23 предмета 1/2 дюйма. 8035 рублей. Набор ключей и проходных головок 14 предметов. 3700 рублей. Набор ключей и проходных головок 21 предмет. 4455 рублей. После торцевых идут трубные ключи. Здесь у нас идет 5 ключей. Трубный ключ 10 дюймов 250 мм 1870 рублей. Трубный ключ 12 дюймов 300 мм 2315 рублей. Трубный ключ 7 дюймов 180 мм 3030 рублей. Трубный ключ 9,5 дюймов 240 мм 3345 рублей. И трубный ключ 12 дюймов 300 мм 4665 рублей. После трубных ключей идет набор шестигранников. В наборе 9 штук, размеры 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 и 10 мм. 920 рублей. Далее идет молоток-гвоздодер, ориентировочная стоимость 4000 рублей.
недешевый. Теперь переходим к ножам. Нож выкидной складной 895 рублей. Лезвие для ножа 10 штук 140 рублей. Нож выдвижной 1280 рублей. После ножа идут ножницы по металлу. И здесь у нас 4 позиции. 3 позиции идут по 1765 рублей. Это прямой рез, левый рез и правый рез. И есть ножницы по металлу укороченные 1830 рублей. Далее у нас идут отвертки. Отвертка PH1 длина стержня 100 мм 365 рублей. PH2 100 мм 445 рублей. PH3 длина стержня 150 мм 615 рублей. PZ1 длина стержня 80 мм 350 рублей. PZ2 длина стержня 100 мм 445 рублей. PZ3 длина стержня 150 мм 615 рублей. Дальше идут торкс. Т10 длина стержня 100 мм 380 рублей. Т15 100 мм стержень также 380 рублей. Т20 длина стержня 100 мм такая же цена 380 рублей. И как видите на картинке дальше еще есть Т25, Т30 и плоские отвертки SL4, SL5,5, SL6,5. SL8. Их почему-то в российском прайсе пока нет. Далее у нас идут ударные отвертки. Это отвертки, по которым можно бить молотком. Отвертка ударная PH1 длина стержня 75 мм 410 рублей. PH2 длина стержня 100 мм 485 рублей. PH3 длина стержня 150 мм 665 рублей. Здесь также на картинке три отвертки PZ1, PZ2, PZ3. Их почему-то в российском прайсе тоже нет. Дальше идут отвертки с ударным стержнем. SL5,5 длина 75 мм 370 рублей. SL6,5 длина 150 мм 480 рублей. И SL8 200 мм 670 рублей. В английском буклете я не нашел этих отверток, но я думаю... Это именно те отвертки, что вы видите на картинке. Просто в английском прайсе это другие артикулы. После отверток идут рулетки. В российском прайсе на рулетки идут другие артикулы. Рулетка 5,5 метра 1725 рублей, 7,5 метров 2000 рублей и 10 метров 2510 рублей. У этих трех рулеток ширина полотна 25 мм. И есть еще рулетка 2 метра, ширина полотна 13 мм. 410 рублей. В принципе, это все новинки, которые появились в нашем прайсе. И ожидаемое поступление их в продажу – это начало 2021 года. Если они появятся в нашем магазине, обязательно сделаю на них обзор. Кто не знает, наш магазин называется «Искра», находится в городе Белгороде, улица Белгородского полка, 65. Здесь вы можете приобрести любой инструмент Makita, а также отремонтировать его и приобрести любые запчасти. Много запчастей есть как в наличии, так и под заказ. А теперь всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на мой инстаграм. И всем пока.